И снова здравствуйте. Сегодня на очереди игра за антагониста. На приключении мыши-змея. Берегитесь мыши называется, да? Змея здесь там будет антагонист. Ну что же, подключимся пока. Пока будем ждать. Расскажу, что закончился сезон. Получил я много всяких интересных плюшек. Кучу золота. И кучу нужных мне чертежей. Кое-где что-то прокачал, кое-где нет. Здесь не получилось. Вот доктора Кузьмана тут новый. Константину был второго уровня, теперь пятого стал. Неплохо. Хотелось бы, интересно, проверить, что изменилось. Ну, наверное, в следующей игре. А пока... пока подождем за антагониста игру. Как быстро подключится, не знаю. Ну, ждем. Ух, ничего себе. Они там все фиолетовые, боже. Первых два ранга. Ой, два ранга. Первый, второй. Наверное, я пожалею, что сюда подключился. Я так полагаю, пока что на этой... стороне, пока они мост не подключат. Я буду... немножко обезопасен. Нифига! Нет, я здесь не буду в безопасности нигде, наверное. Может быть, здесь. Давай, 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 скорее. Не успел. Ай-яй-яй, да как так-то? Боже. Короче, реально я пожалею о том, что я сюда попал. А где эта штука? Все, она улетела, нет. Печально. Ребята, бой будет очень коротким. Они уже здесь. Они уже здесь. И они все какие-то такие серьезные парни, что мне аж не по себе, если честно. Да что ты будешь делать, а? Ай-яй-яй-яй, нет! Добрался до меня со своим засранцем, куда ты летел. О, боже. У меня аж руки трясутся от такой игры. Там мне от них спрятаться подальше, чтобы они меня не трогали. Этот чувачок здесь. Он решил.
Нет, как? Короче, перехватило. Ладно. Надо было мне схватить, а не ударить. Немножко неправильно сыграл. Хорошо. Бой будет коротким. Видимо, очень печальным для меня. Подкараулила зараза. Все, я не могу больше так играть. Как мне сдаться вообще? Это не серьезно, парни. Нет, откуда вас тут двое уже? О боже. Отлично. Что ты здесь делаешь? Там не двадцать минут, там. Дай-ка спрятаться. Да. Настрой убить с начала игры. Просто шикарно. Короче, я, видимо, тут никого не убил. Они еще 16 из 16, они даже ни разу никто не умер здесь. Жесть. Вот это жесть. Что посоветуете? Как сражаться с такими вот монстрами, когда их еще и четверо? С одного удара заметьте. Боже. Да, что мне сделать? Ничего я здесь не сделал, да? Понятно. Ну ладно. Добивайте уже. Я, если честно, первый раз сталкиваюсь с такими серьезными противниками, что даже никого убить не могу. Да ё-моё. Рюкзак. У меня нет слов. Это женщина огонь. Никого не убил, да? Почему они меня так быстро засекают, даже когда я, собственно говоря, грипит. Я только появляюсь, и они уже тут же меня видят, и мне тут же конец. Очень странно. Скоро Валерия наша погибнет, а я... Все, конец. Очень быстрый, причем. Очень быстрый и жесткий конец, я даже не знаю, что сказать. Никого не убил,
1,4. Это низший результат, который у меня был. Просто жесть. Капец. Блин, говоря, я даже не знал, что там делать. Я не успел появляться, меня тут же убивали. Заберем награды. Видимо, мой уровень не совсем дорог для таких противников. Потому что это была бойня, просто бойня. На этой печальной ноте я заканчиваю сегодняшний ролик. Всем пока.